О профилактической работе медицинских учреждений доложила Марина Вартазарян, начальник управления здравоохранения. Она сообщила, что сейчас в городе реализуется краевой проект «Неделя мужского здоровья». В поликлиниках открыты смотровые кабинеты, проводится дополнительный прием пациентов. Глава города отметил, что показатель качественной работы – это отзывы пациентов, а власти со своей стороны будут мониторить лечебные учреждения. Жалоб со стороны больных быть не должно. Для нас с вами каждый наш житель, каждый ваш пациент – это есть тот человек, ради которого мы живем и работаем. И если этот человек будет здоровей, значит, мы достигли своей задачи. В рамках недель здоровья прием специалисты будут вести каждый день с 8 до 20 часов, кроме воскресенья. Недели здоровья пройдут в 7 медицинских учреждениях курорта. И таким образом врачи смогут охватить жителей всех районов Сочи. Ну а следующий проект, который намечен на курорте, это неделя детского здоровья.